Кого? 70 тысяч лайков? Охуеть, спасибо, папаша! Кроме шуток, большое спасибо за такую активность. Она помогала мне справляться с жопной болью в расте и нехило так меня мотивировала. В прошлом ролике я сказал, что чисто физически не смогу подготовить видос длиннее, чем на час, но, как видите, смог. Уж очень вы меня замотивировали. Челлендж с лайками продолжается, но теперь минута видео эквивалентна 2000 лайков, ибо подготовить видос на час это пиздецки сложно, и повторять это я пока не готов. Дерзайте, может быть, с такой активностью мы даже подвинем в трендах детей бомбардировки. Ну и конечно же я залетаю снимать уже сегодня в 12:00, сразу же после глобального вайпа. Вам советую тоже пораньше залететь, дабы более эффективно развиться. А в этом вам поможет куча удобных и сбалансированных плагинов, а в частности плагин блокировки. В описании есть список наших серверов, выбирай подходящий и залетай. До встречи на сервере и приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мистер Тролл-Ложка 0. Слушай, ну погнали, вот этот дом справа рейданем. Он так расширился, нихуёво, я его утром видел совсем маленьким. Слушай, да go fast raid, просто внутрь пробуримся. Иди за мной, погнали, сейчас все сделаем красиво. Прописывайся. Так, побежали за турелькой. Прописывайся, давай, врубай. Так, побежали. Сейчас я возьму вторую турель, бабахи, и будем рейдить этот дом. Фух, все, в целом я готов. Все, последнее, последнее. Ух, чувак, а тут теперь миллион гаражек. Ну че, пошла жара? Го, просто накидывай по максимуму, вот так. Сбрили нас пиздец как даунов. Да уж, прикольно, весело. По-моему, его тоже убили. Блять, ну пиздец, уёбки, господи, что же мне имеется-то, сука. Так, ебать, а кто и как нас облутал? Интересно, ты где? Ты где? Ты где? Я рядышком прописываю. Подойди сюда, держи половину сачелей. Скинул тебе твои патроны, все скинул. Короче, смотри. Так, все, здесь можно поймать РБ, чувак, лучше. Да, я знаю. Особо не умирать. Короче, смотри, он стоит прямо перед входом в дом. Там, по-моему, три турели. Блядь, две турели. Две. Да две нам хватит. У тебя три, у меня три. И опять вертолет летит. Ну, вертолет поп. Давай аккуратненько спрячемся. Сейчас взорвем. По-моему, это типок стоит просто. Типа вижу, да, может, давай, давай, давай. Убрал. Еще один в дом забежал, я видел его. Садятся на вертике. Не, не садятся, летят вокруг. Он отлетает. Аккуратно, чувак. В спине, по-моему. Блять, да, ситуация неприятная. Живи! Еще одного рейдера убил с ракетницы на улице. Накидывай сачели. Ау, одну пока накинул. Там типы уже. Накидывай на эту еще одну, я на ту. Блин, не уверен, что я попал. А, на коптере сели, по-моему. Чувак, чувак, иди сюда, тут можешь залутать, типа, быстрее ко Давай, мне. Бегу. С этой стороны, за угол, вот, высовывайся, лутай, улетай. Ууу, КД. Да я тогда улечу. Нет, стой. Я подожди, мысль другая есть, чувак. Поехали. Забахал кибитку? Да. Ебать. Чувак, в спину могут зайти. Кинул вот эту хуйню. Быстрей. Подбирай, чувак. Рейдим. Мы сейчас значительно не больше накидывай. Получим. Не накидывай. Это по нам, это по нам, это по нам. Я не знаю. Нет, наверное, нет. Это не по нам, под нами тип. Это по нему. Живи, живи, живи. Просто чекай, чтобы нас не запушили. Я и стараюсь сделать, чувак. 175 кп. Чувак, мы сейчас заберем их ресы. Там кто-то бежит. Где? С какой стороны? Ну кто-то по кому-то стрелял уже. Да. Да, да. Я знаю, в этой стороне кто-то есть. Я его ни разу не видел. Так, тихо. Сами. Шесть ракет. Так, дальше я... Будем рейдить, нет? Или отлетим? Я не знаю, у нас чувак, 8 ракет. Знаю. Давай на коптере отлетим. У меня редблок. Давай, улетаем. Че, а может быть, дорейдим турель внутрь зайдем? Там давай, еще один давай, тип давай, 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 давай. Давай, давай. У тебя остались еще бобовки, господи. Паника пошла. Еще одна есть. Спокойней. Сколько турелей-то осталось? Есть, что ли? Я понял. Я иду следующую пытаюсь взорвать. Там внутри я вижу. Тоже турель чувак, стоит. Моя сачели улетела куда-то, ебенян. Ее отрикошетило, она укатилась. Ну ладно, давай, давай ракетами. Давай ракетами. Мы лететь-то всем не можем. У нас топлива нет. У нас тяйлкс попала. Вижу его. Он за камнем здесь можно укрыться. Это ракета. Отойди, 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 отойди. Вторую взорву. Тут буквально ракеты, да. Не, там еще одна нужна. Спину могут зайти. Да, смотри быстрее. Я чекаю спину. Есть на горе кто-то. Есть залутный тип. Дал ему хит. Заходи внутрь сюда, можешь открыться. Дал еще хит. Чувак! Там реса в нем. Блять, по мне! Меня, блядь, турель убила. Чувак, стоите, блядь, я ресую сейчас. Там в доме турель была. Тихо.
Ебать, что я сделал. Я подбегаю. Кого-то убил еще. Пытался меня залутать. Это я, привет. Блять, там калашисты, мужик. Двое. Я могу немножко чекать давать их. Чекай. Один на горе далеко. С другой стороны чекай. Другой по дороге. Мертв. Блин, я не знаю, что происходит. Но ракеты не мои, мне похуй. Блять, он меня убрал. Ну, чуть-чуть не дожал. О, по нему стреляют. Там рядом есть спальник, я резвюсь. Блять, дерьмо. У меня тоже спальник рядом есть, только нихуя не дает, к сожалению. А, стоп. Ты там еще до сих пор или нет? Ну, я сдох. Там лежишь, я резнулся. Не очень рядом спальник. Я резнулся прямо у этого места. Да, я так и понял. Блять, вижу фулового типа, он уже кто-то бежит. Тихо! Калаш нашел. Тихо, я внутри, я все залутал. Я бегу к тебе, чувак. Блять, по мне жмут, сука, уроды. Очень-очень больно. Господи, я все залутал. Я не знаю как, почему. Там валяется еще дохуя трупов с калашами. Вот, слышу, тут еще дохрена людей стреляется. Блять, чувак, он меня с гранатомета разъебал. Он бежал все это время за мной, блять, пиздец. В общем-то, соло-выживание у меня чё-то не задалось, как и выживание с Артёмом, впрочем. Вайб был всрат, и я решил попытать удачу на следующей неделе с доктором. Так, а где я резнулся, собственно? Жмых Airlines, аэропорт, супер, это то, что нам нужно. Почему мы бежим, чувак, ну, вдоль какой-то стены огромной? Да, потому что здесь нет нормального захода. Ладно, не волнуйся, просто бежим. Я сейчас пиздить буду, чувак, нах ты убежал от меня на 10 тысяч лет? По мне сейчас стреляют, Артур! Я же сказал. Да я понял уже. Меня убили в голову, пиздец. Тоже его убрал. ТП-шечка будет? 5 минут не будет. Это, конечно, кек. Не иначе. Кастомный аэропорт неплохой. Чувак, ты видишь, тут подсветочка такая на аэропорту? Нет, конечно, я же сдох. Чувак, тут коптер есть. Ёб твою мать. А в шопе поинты есть? Есть. Ну, летай просто. Так я и делаю, Никита, спасибо за инфу. Посмотри, может, если там респаун еще где-то рядом есть. Нет, еще один есть, и на нем уже типы на коптере летят. Он кричит мне здорово. Блин, с первых минут у меня уже коптер, Никитос. Ну это красота. Это победа. Ё-моё, а это что такое? С дроном на крыше. Е-мое. Здесь супер красивое местечко. Ага, это кастомное что-то в духе пищи. Это бункер, чувак. МВК. Мы его забираем 100%. Это МВК-бункер. Боже, какая же красотища. Там еще и дрон такой сексуальный на крыше. Нет, это увидишь, тебе понравится 100%. Так, гитбилд срочно. Застраиваем это дело. Все, сохранили хом. Спальник здесь тоже откинем. А го посмотрим дальше, что тут еще есть. Спуск какой-то вниз. Чувак, тут переработчик, НПЗ-шка. Блин, место приятное. И освещение здесь есть, знаешь, обычно в пещерах с этим косяк. Это у дома тусуется, чувак, сейчас буду, скорее всего, рвать коптер. Иди, иди домой. Что будут воровать коптер? Я тэпаюсь. Тэпаюсь, тэпаюсь. Пизда. Я тэпаюсь. Все, забей. Что забей? Спиздили коптер. Они улетели просто? Блин, чувак, да ты рафлируешь. Блять, ну это ужас. Украли коптер, найс. Нам что поделать? Че, отожмем кого-нибудь? Опа, С, шкаф готов. Здесь будет основная лутовая. Чувак, апнуть это все в МВК и это антирейд. Но если сюда попадут, то сверху стрельну. А как сюда попадут? Ну, если в теории к нам попадут, то вот это вот не стены. А, да спасибо большое, здесь полустенка еще должна быть. Это же и так, по-моему, очевидно. Ладно, годом достроим хотя бы щель за это. Да не, надо его вообще нормально строить, надо нормально идти фармить. Слушай, а фармостров здесь есть? Да, есть фармостров. Фармостров есть? Можно. О, чувак, погнали на фармостров, да, просто. Там, кстати, будут и коптеры, и лодки. Так, а где фармостров? Слева сверху маленький остров. А как ты понял? А, остров фармеров. Там мы так поняли. Догадаться было несложно. О, выходят. По-моему, они выходят. Я услышал звук пикания двери. Давай пофармили рядом, побачу их. И сиди. Да, выходит. Блять, не зашел. Да, пососок это я, да. Я не Майков, я пососок. Обращайся ко мне, пожалуйста. Поймёте, что пососок Пуёвович. Так, а квартиру пустите погостить чисто? Ладно, сделай вид, что убегаешь, я его просил. Ладно, пацаны, все, удачи в жизни. Спасибо тебе огромное. Who killed Hannibal? Who killed Hannibal? За финале, блядь. Теперь удачи, пацаны, пока. Сори, я, конечно, не настолько гнилой человек, это все доктор 10 FPS.
Мое альтер-эго. О. Давай ему выступим. Так, и спальничек еще, да. Так, сейчас будем драться неистово. Готов? А ты думаешь, там кто-то есть? Конечно, фармостров. На фармострове всегда кто-то есть, да? О, смотри, несколько лодочек уже есть. Типа, видишь, кажется, тип бегает. Да, да, сейчас просто влетаем в ебучку. Ты готов? Погнали. Меня убили. Really? Я одного положил. Да, меня положили. Вижу, он бегает, поднимает своего типа. Поднимает за камнем. Дед, он сейчас поднимет. Поднял его. Пуш. Да. Все, ладно, меня добавили. Отбеги. У меня два тюпа осталось. Все, надо улетать домой. Пизда, они меня нашли, чувак. Все, меня сейчас затюпают, чувак. Все, я мертв. Ты мертв уже? Да, конечно, чувак, у меня два типа тут со всех сторон типы. Блять. Мы сдохли как-то очень по-даунски, я мог запушить. Да, я понимаю, чувак. Ладно, китворк и в бой. Да будь... какой бой, чувак? Тут миллион фармил, пошли пиздец. А, фармилы есть? Конечно, пошли, это фармил. О, коптер, тип валяется фульный. 9 кассеры! Погнали еще типа пристанем, просто улетаем отсюда. Давай. Я его убил. А он кого-то выслеживал. Тип сверху, Артур! Да, я же о нем и говорю, он его выслеживал. Ладно, на коптер срочно и улетаем нахуй. Давай. Все, чувак, я взлетаю, садись. Фу, чувак, у нас есть коптер теперь, супер. У нас коптер есть и 9500 серы, плюс 2 антирада. Супер кайф. Вон, быть, вижу, фармила вон. Самый благоприятный. 2. Еще. Давай сюда. Убил одного. Как ты сейчас прыгнул? Убил второго. Ебать! Magic кирка, миллион ресурсов. Чувак, я их так красиво поимел просто. Чувак, я домой отлетаю, ебать. Ебать, мужики, спасибо за Magic Kirk и кучу металла, который нам очень нужно сейчас дома афну моментально. Вот, типа, на лошадь еще выстегнем просто, вырубим его. Так, это полиция Майами. Минус 53 хп. Вы упали. 470 ткани и еще 130 скрапа. Бля, чувак, это так охуенно выглядело, ты не представляешь, просто туда. Чувачок, нормальному ресу подняли сейчас. Погнали дальше. Вон, почек по дороге. Один в шоке, что у него там? Ооо, мужичок лутался. Хорошо очень. Мужик, вот это я понимаю. Лутания пошли. Треньяр там коптер, скорее всего, будет. Да, он стоит. Плюс коптер. Нам второй нужно застроить сейчас. Просто хотя бы в квадрат. Ой, мужик, как красиво-то, ё-моё. Давай, чувак, все, загоняй. Я застраиваю. Все, погнали. 60 хп. Блять! Я его убиваю, нормально. Он, считай, мертв. Ходит, 1200 серы еще. Маджикирка, господи. И у этого еще 1800 серы. Ебать, мы серу фармим хорошо так. Да не просто ее приносит нам, чувак, мы даже не фармим. Полетели на фармостров, мне кажется, там уже засаунились фармилы. Да конечно, погнали. Вон, типелы. Вижу. Трек. Минус 70. Савчик. Еще хит дал, минус 34. Ну что тэпается, блядь, давай возьмем. Ладно. Он у тэпа, кстати, да, нету. Почему раньше это делали? Я не знаю. Бля, он ничуть не задрелил. Дрель охуеть. Ресурсы. Ну вообще, чувак, антират, дрель уже круто. И у этого нормально. Еще одна дрель, чувак. О, полетали на дроп, слетаем в пастиком. Давай. Заберешь меня? Хорошо, мутай. Ну, блин, еще давай. Говнина, да? Говно на самом деле, что там? МВК маска, там есть ревик двушечка, надо забрать. Алло? Двушечку взял. Ну все, пойдет. Че ты дрель не взял, Артур? Взял. Блочину взял? Да. На карго? На каком карго, блядь? Ну если там зачистили ботов, можем зачистить попу. А что, карго есть? Ну вот он прям перед нами. Полетели. Могу тебе чисто на жопу загрузить, там 15 минут почилишь. Есть смысл? Нихуя план, ну давай. В целом, может дропаться, я думаю. Все, чувак, спустил чинок. Все, кайфуй здесь. Кайфуй? Да, мне, наверное, скинь в трейд дрель, я пойду на фармостров падаю. Хотя мы сейчас можем, я сейчас могу тебя забрать, зачистить фармостров с тобой, потом тебя снова загрузить сюда. Никитос, так ты ебаный гений. Это про меня, да. Встань на лодку. Все, погнали на фармостров. Максимально идеально. Подлетай максимально близко, давай.
затюпали просто, типа. 6600! Миллион ресов! 10 камень металла! Садимся, взлетаем. 6600 серый переплавленный Magic кирка, ё-моё. О, улетает. Красный, блядь! Изи, это просто симпл. Минус 59. Чувачок, а у этого тоже, походу, что-то есть. Да, 6600, еще и Magic кирка. Бля, чувак, можем Magic кирка продавать за миллиарды серы еще. Сколько у нас Magic кирок? Просто плюс 13к серы, плавленый, плавленый, чувак. Ой! Ёб твою мать, ебать ты долбоёб. Полетели на лодке, блин, на карге. А чё, ты забыл докинуть, да, что ли? Да, я ебал. Ты забыл докинуть, Никитос? Да я думал о другом. Позорище. Позор. Так, ну соберись, Артур, мы рядом. Да хули мне собираться? Я разберу любого. А, здесь бот, я даун. Бил одного. Залутал ящик, спускаясь вниз. И... Хо-хо-хо, блядь, ничего себе. Это бодро. Охуеть, чувак, это с такой... Ты понимаешь, у нас уже есть МВК-лицо, МВК-тушка, МВК-дверь, ЛР-ка и коллаж. Да, это вообще шок. Я... Как это вообще объясняется? Жестко. С точки зрения науки это что? С точки зрения науки это разъебос. Так, я думаю, пришло время апнуть наше жилище. Сначала в металл. А лутовая будет располагаться, скорее всего, где-то вот здесь. Угу. А сюда можно еще ящик бахнуть. Здесь будет прям топовый лут. Блячок, у меня очень сильно горит жопа с мотоциклистов. Ты слышишь эти звуки? Просто какой-то ублюдище едет на мопеде такой. Чувак, ну ты просто лох. Ты просто лох, у тебя нет, понимаешь, типа мотоцикла. То он типа может. Тут типочек, чувак, слышишь? Поможешь? Со стороны дороги. И двое. Одного убил? Где он? Он нравится. Нормас. Несколько волчанок, это вообще приятно. О, чувак! Молот! Чего? Молот есть! Допустим. Да мы можем рейдить. Молот это просто фрирайд халявный. Можно бесплатно дома рейдить. Чувак, ты шаришь, что сейчас ивент сбор ресурсов? И мы отправляемся на фарм остров. Очень много камней сфармлено. О, два типа трупа. Вижу. В центральной части, чувак, натягивай. Ага, с огненных дрались, вот он. Грузи. Промазал. Грузи. Промазал. Ходи. Блин. Давай этого чувака, они его тюпали, давай его дотюпаем, близ. Блять, я даун. Убил его. О, серы много. Хорошо. Хорошо, я его взлетаю. Они по тебе уже, давай. Нормально, взлетел. Да. Так. Убил его в голову. Максимально близко еще подлечу, не стреляй. Нихуя, я тебя заблюдил. Убрал его. Окей. О, дружок-пирожок бежит, смотри-ка. Заметился его, теперь. Он мертв. Меня убивает, Артур, ты че типочек? Все, он мертвый. Все, погнали. О, типочки. Голову дал одному. Еще одному хит дал. О, одного убил, мне плохо, 50 кп. Дал ему. Все, минус. О-о-о! Мужик, смотри. Хорошечно, да. Думаю, тут тоже есть движ. Тут тоже есть движ определенно. Я вижу коптер. Давай заберем, слушай. Коптер? Этот коптер в состоянии, когда его нельзя уже достать. Посмотри на него. Пиздешь. Да ты посмотри на него, чувак. Садись за руль, я сейчас кусок. Не-не-не, забей, в пизду надо. Чувак, погнали на фарм остров. На фарм остров, пожалуйста. Прямо сейчас? Да, погнали. Ну мы к нему и летели, чувак. Смотри, чувак, мы сейчас подлетаем. Я даю ебучку, потом еще ебучку. Потом мы спрыгиваем и лутаем. Как тебе план? Плохой план. Нравится. Продуманный. Конечно. Я бы сказал, без изъянов. Типочек. Вижу. Минус 50. Убил. Найс. Все, уходим, у меня 40 кп. Ты давай просто, я сяду. Давай. Коптер утопил, долбоёб. Ну что поделать. Надеюсь, не кресов дохуя. Ебачка. Еще ебачку дал. Все. Нормально. Пайпа есть. Синие патроны изучим. Чувак, очень много всего приятного. А что у второго, мне интересно? Ну нормально. Я улетаю. Блин, чувак, коптер проебали. Да, ну ничего, мы знаем, где еще один. Пробежимся? Да не, я сейчас на острове. Терпись на меня, мы плывем отсюда, вот здесь потусуемся. Возьми на два спальника ресов и бухты. I got some shit to say just for the fuck of it. Them times, don't leave me. I got some shit to say.
В одном из недавних роликов я рассказывал про наши сервера с модом Rust в игре Unturned. С того момента многое изменилось. Проект развивается, у нас уже 4 сервера, мы заказали кучу моделек, кастомные карты, и на данный момент у нас лучший сервер по этой модификации. Сомнительное достижение, конечно. Короче, если ты играешь в Unturned, то welcome на наши сервера. Ссылка на группу и IP-адреса находятся в описании. Да нет, чувак, тут застроиться невозможно. Really? Это РТ такая. Тихо, 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 тихо. Я встретил Вадима сейчас на сервере. Слышь, бомжи, вы что сюда пришли нахуй? Алло, это мой дом, блядь, идите отсюда. Давай выйдем поговорим, блядь, раз на раз, нахуй, выйдем, блядь. Да ты бомж ёбаный, блядь, твою мать ебал, понял, пошел отсюда нахуй. Хуль такой агрессивный, блядь, я нахуй решил разобраться. Ну потому что с дебилами только так разговаривать, блядь. Понял, нахуй, ты нормальный, не понимаешь, блядь, тебе язык, уёбище, нахуй. Так, Вадим, ты здесь? Вадим, Трифон. Он съебал еще. Трифон, о, Трифон, здорово. Вадим, это я, Маджиком. Артур, у меня ресурсов нет, ты дашь мне что-нибудь? Да, дам. Сейчас. Ебать ты, выпал что-то. Ты в норме, чувак? А что ему дать вообще? Чувак... Это все хорошо? Я воду выпил, не мог ни проглотить, ни выплюнуть, это пиздец. Ну, сейчас я ему дам хуйни какой-нибудь. Вадим, ты еще здесь? Сейчас я вынесу тебе ресы. Вадим, Трифон. Да. Держите, мужики, вам ресов. Спасибо большое. Вот вам ресурсы, все, идите нахуй отсюда. Больше сюда не приходите, пожалуйста. Вы как это? Подожди, у меня вопрос. А там вообще спавнится что-то, типа компоненты какие-то, или это так чисто модно? Не, нихуя там, это бункер просто МВК. Бункер из МВК, понимаете? А если видос назову зарейдил в онлайне МВК бункер? Ну вот и зарейди, ебать! О, вижу двоих типов на 290. Че, сюда начинаем? Блять! Девачка. Еще минус 14 дал. Все, мертв. Че улетит, чувачок? Ебачка, все, не. Куда он полетит? О, ребята лутались. Спасибо, господа. Может, поднимите хотя бы? Хотя бы! Нихуя себе! Хотя бы, чувак, ты это слышал? Такой же челик, все супер залут. 128 нефти, куча ресов. Все, можешь ходить. Окей, я отлетаю. По мосту погнали? По мосту уже ходили, давай, можно забрать. Блин, там просто ресы есть. Момент. Заметил здесь военный ящик, пробегая, прикинь. 6 микросхем, ё-моё. Че, рели? Да. О, по нам с огненных работают. Не знаю, одного убил. Закинул, но я его попал, да. Они, наверное, прикололись сейчас такого расклада. На кого, ебать? Пиздюлились. Крысята. На кого, сука? У тебя даже никнейм отброс, потому что ты реально тупо отброс. Других слов нет. Немощь, блядь, бесполезно. К сожалению, даже не смог выслушать его ответ. А было очень интересно, кстати, что он скажет свое оправдание, но... Не думаю, что у него было какое-то оправдание. Чувачок, здесь печальные новости, оказывается. Вот тут два типа тебя отпиздят сейчас. Я улетел. А, рили? Да, кинул ТП на тебя. Все, сейчас прилечу. Главное, выживи. Да, вот, блядь, куда я прилетел-то? Да надо. Нормас, печечки. Бля, не убивает! Их двое. Хит дал одному. Убил одного, ты сам сдохнет, скорее всего. Встань, ты о нем. Еще типы здесь, Артур, строят что-то только на. Да, пойдем их отпиздим. Здесь тут убегали. В дом зашел, им плохо. Это тот, который ты посижил, да? Не-не-не-не. Похож дом, но не тот. Бачку поставил, можно дипнуть, Артур. Дипнуть? Можно шкаф сломать прямо сейчас, Артур. Иди да, бегу. Тихо. Он резнулся, блядь, закрылся. Ну чувак, как ты так? Ну что, я только подбежал, блядь, я даже бегал. Ну сейчас мы еще раз это сделаем. ТП на меня срочно пиши, просто скидывай все быстрее. Типа вижу. Хит дал. Хорошо. Их двое. Я отлетаю. Бля, не, чувак, подожди, не отлетай, давай пообидимся сначала. Окей, давай. Я пойду с тобой. Одному хит дал, больно очень. Окей. Тихо, чувак, как тут? Убил его нахуй. Там дырка, да? Можешь шкаф ломать? Да. Кайф, ломай. Я сзади прикрою, чувак, ломай шкаф. Тихо. И бачку не поставил. Хит дал один, маленький. Тюк-тюк-тюк-тюк, сука, нихуево. А, меня сейчас убьют! Одного убил. Чувак, надо было ломать шкаф, слышь ты. Стой, ломай, я все сделаю. Я прикрою твою спину, брат. Давай, ломай. Ой, ломай. Я не знаю только, что потом с этим делать. В смысле, что с этим делать? Фармим на шкаф, ставим шкаф. Ставим, не знаю, здесь просто застраиваем дырочку и там. Все, шкафа нет. Окей, стой там, Ким. Мешочек выпал. Быстрей, сбегай сюда. Я тут, а. На спальник, кто? Давай. Закинул.
все, ждем. Все. Все, с кайфом, okay. Смотрим, что там. Косарь серый. Ну, ты устала, нет? Что-то, короче, есть. Да ну, мы же ничего не потеряли. Ну, да. Компоненты, господи, хуйня какая-то. Так просто прикольно ради забавы его отпиздили. Ну, вообще хуйня какая-то. Ну, все-таки я кого-то задипал сегодня, это круто. Что вообще делать будем? Я съездил на фармостер, фармил камушек. Нам направо бежать, правильно понимаю? Хотя можно налево. Смотри, тут совсем близко море. Побежали, побежали налево, чувак. Заодно попиратствуем. Поплывем на фармостров, но через пиратствование. Вон лодка, вижу. А, вот еще лодка. Вот это нам больше подходит. Прыгай. Зачем мы сюда приплыли вообще? Что я видел? Что ты там видел? Что ты видел? По-моему, тебе что-то показалось. Может быть, на шаре полетим? Шар видишь? Да, вот он лежит здесь. Куда полетим? Форму. Погнали. Я тебе отдам свой антирад, чувак. Я тебе отдам свой антирад, мы сейчас на лодку идем. Ты на лодку хочешь сесть? Странное у нас путешествие, конечно. Да давай уже долетим, зачем на лодку, чувак? На лодке мы будем более внезапными, так мы будем пока приземлимся, блядь, там еще тысячу куда-то. Думаешь? Давай сюда, да, я тут залет. Давай антирад. Так, антирад скинул. Все, я готов к бою, чувак. Заходим в камни, занимаем камни, контролируем их, потом прессуем оставшиеся камни. Ну вон вижу типа чувачок, 260, далеко, на краю. О, вижу, еще тип стоит. Хит дал. Хитов дал мощно. Коптер. Кайф, еще с коптером постреляемся. Ебачка мертв. О, коптер разбили. Коптер разбился. Чувак, фас, тычка. Тычка есть, все нормально, можно разбирать его. Надо, док! Нормально, 15к нафармили, пацаны. Настолько этих маджикирок, это просто шоу. Да даже дело не в маджикирках, у нас металла миллион просто от них. Я вижу, где коптер разбили, чувак, это достаточно близко. Да-да-да, погнали, погнали. Костя, давай. Так, ну здесь разбился, здесь явно должен быть тип. Он же не мог умереть, правильно? Слушай, а если он сдох? Ну, это совсем значит имбецил. Может, что-то похоже на трупак, чувачок. Да, это определенно трупак. Чувак, что там? Ну и здесь, да, это пиздец. Просто. Это пиздец прям? Это реально дебил просто. Ну, премия, не иначе. Дебил года. Он тут пофармил, не смог улететь, разбился и сдох. Ладно, типа разбился, ну типа бывает со всеми. Но разбиться и сдохнуть, это нужно реально обладать исключительным интеллектом. О, типа вижу. Ну он голый и облутал труп коптера. Привет. А зачем ты вообще сюда приплыл? У тебя же нихуя нет. Смотри, справа у меня тело лежит. Я, короче, понял, типа, выплываю. Подними меня, я, короче, тебе расскажу одну хуйню. Видишь, там под водой есть ресы. Типа, их можно лутать с помощью акваланга, чтобы тебя не трогали. Я, короче, выплываю, тут стоит коптер. Я взлетаю на ему и умираю нахуй. А так это ты был. Ага, а что там за ресы? Ну, типа, смотри, там камень под водой спавнится. Его можно лутать, чтобы тебя не трогали. А, я понял. Вот это гениальность. Да, слушай, круто ты придумал. Ладно, пока. Чувак, приземляются типы на коптере на 150. Давай, вижу, вижу, они сели уже. Бегу. Их двое, чувак, они в антирада. Тихо, чувак, они сели, пусть начнут фармить. Не бегай. Коптер где, чувачок? Коптер. Коптер стоит, все нормально. Давай просто на коптер, с коптера их раскидаем. Во, вот это мне нравится. Мне кажется, они приехали драться со мной. Типы, они не фармить приехали, не драться приехали. Давай, ладно, по такому случаю из поинта уберу что-нибудь. Давай, взлетай. А, вижу, да, они побежали к тебе реально. Они реально побежали к тебе, слышишь? На N, вперед. Они там бегают, я их вижу. Мы можем чисто по фанчику с ними. Давай просто потроллимся просто с ними. Пацаны, спасибо за коптер. Просто респект таким ребятам, как вы, конечно, чуханам бесполезным. Это кайф, ребятки. Сейчас тут оставаюсь, скидываю рез, подкидывают и ставишь домой один коптер. У нас еще один, мы на нем типа летаем. А, чувак, его поддеть нужно. А, рели? Да, да, да. Уверен? Да, 100%. Не можешь сесть? Нет, не могу. Давай, давай, поехали. О. Ну что, алло? О, все, алло, все вылетаем. Ё-моё, чувак, ты бы видел, сколько у нас серы наплавилось. Это пиздец, это 15 тысяч. Мужик, и тут еще 50. 66 тысяч серы уже. Так, куплю гаражку за серу. Срочно. Сейчас приобрету гаражечку и пойдем строить коптерную. Коптерная готова. А, уже готова? Осталось только гаражки поставить. Все просто. Все, готово. Гаражка у меня есть, изучаю и тэпаюсь на тебя. Раз, два. Все, коптерная готова. Вижу еще один коптер. Обнаружен. Серьезно? Да, 250. Это то, что нам нужно. Так, где коптер? Сейчас вот здесь. Вижу.
Спасибо. Блин, почему я сбоку опять сел? Что это за дичь, а не баг? И как так вообще, блядь, летать? Что это за хуйня? А, так ты еще... Ты еще выглядишь как урод максимальный. Летим. Но, Никитос, один момент, ты должен понимать, что, скорее всего, на этот дроп прилетят еще ребята на коптерах. Уже какие-то уродцы на коптере летят. Не, идеальный момент. Жди прям идеальный момент. Крути. Голову дал, минус 90. Найс! О, чел, ты что, ювелир? Что это такое вообще? Сишка. Переполни. Все, летал? Да. Okay. Короче, топовая маска тяжелая, сишка, ну и двушечки. Давай на маяк. Да. А, топовый ящик. Ёптумать, чувак. Вот это да. Турель, экспа. Экспу нашел. Это must-have вещь. Полетели на следующем тогда. Кайфанем. А, давай. Чувак, вот это, экспа. Вот это вообще очень приятно, конечно. Сишка. Хорошая вылазка. Да, да, там лежит вообще топыч. Вот это топыч, реально. Еще лежит? Да. Мужики, в предвкушении, там должна быть турель. Походу, оружейный. Ну ладно, оружейный слишком было бы имбово, если все были топы. Насколько я понимаю, там шанс есть, нам просто не повезло. Все, я лечу домой. Бля, я даун, чувак. Коптер застрял, пизда. Че, серьезно? Так, все, внимание на пожалуйста. Сверху вижу тебя уже, где пацанва. Хит дал. О, в спину жмут. Отойди. Умер? Ебать, хорошо у него. Очень хорошо. Второго сейчас трахну. Давай, фаст, прыгай. Угу. Давай, сейчас его трахнем. А сейчас, он... сейчас. Убил его? Минус. Тихо. И вот, тоже движение, да. Хорошие ресурсы. Чувак, два ревика уже. Это надо сейвить. Слушай, а ты изучательный стол не видел? Да, видел, он в квадратной комнате. А, я понял, в докторке. Загружаем. Хочу изучить сразу револьверы и патроны. Так, что еще там поизучать можно? Калаш можешь сразу засунуть. Че, серьезно думаешь калаш изучать? Пока, да он, погнали, похуй, пусть будет. Хотя стоп, нам же сейчас еще турель нужно будет изучать. Я сначала изучу патрон 5.56. Я изучаю сразу 5.56 для турельки, потому что скоро у нас онлайн-рейд планируется. Кстати, а, вот, давай готовиться к нему. Найти турель нужно, да, дропов. Да. У меня есть куча дропов в картах. Тебе сейчас пойдем вызывать. Все, давай, выпердывайся отсюда. Вот ты, грубый. Давай, выпердывайся. А, ну вон, ребята на коптере уже летят. Голову дал. Голову, все, окей. Давай залутаем, слышь? Давай. Чувак. Давай, подбирайся. Ну все, он отлетел, я ему в голову дал минус 80. Ой, блядь. Блядь, пизда. Фух, ебать, отлетел красиво. Это было красиво, просто... реально. Так, а что там уроды снизу стреляют? Ну они вот стрельнули, попали. Давай попробуем, если турели как. Ну, запотеем. Чувак, это дико, ты видишь, как его пидорасит? Да, что делать? Ладно, давай типов просто высинем и залутаем. Вообще, ну, блядь, давай по старинке просто сделаем. Давай просто туда дропнемся и все. Давай, погнали. Один мертв. В ахуе. Блять! 4 хп! Помогай! Убираешь? Тихо. 20 хп. Меня добили! Убей его! Да. Никита, срочно! Хорошо! Давай! Мертв? Бля, ну мне хуёво, ебать, из чего он лепит, сука, собака? Чувак, ну с двушечки! Он кильнулся! Хорошо. Подними меня! Кали! Все, нормас. Я кемплю, давай фаст. Спас! Тип, с луком, целит тебя! Скидай мне все, что нужно засейвить. Кто здесь? Их, кажись, встают на спальнике. А я буду улетать их батить. Тихо, самого вообще кайф. Все, чувак, это изи байт. Изи шбайт просто. Дипай! Я внутри. Красавчик. Так, ё-моё. Буры. Второй верст скрафченный. О-о-о-о, красота, мужик. Шкаф все в наличии, да? Все в наличии, все в наличии. Так, печечка, ё-моё, печечка. Это печечка. Шикарно. Пятерик серы. Сейчас я спалю шкаф. С кайфом мы, в общем-то, живем. Ой, хорошо, чувак. Чувак, тут очень приятно, особенно по топливу. Да не, вообще по всему. Нет, ищи. Вообще, все, покидаем это чудесное место. Спасибо за гостеприимство, как говорится. Ё-моё, чувак, тут еще 20-ка серы наплавилась, охуеть. Слушай, ну можем реально начинать. Нам нужна турель. Можем прямо сейчас обменять на серу. Да, на серу можем затрейдить турель и идти просто рейдить уже этих ребят в онлайне. Так, турель Никита затрейдил. Все, изучил я турельку. Мы сейчас все накрафтим и пойдем рейдить, типа. Мы уже очень близки к рейду. У нас дом говно. Чувак, нас сейчас рейдить будут? Блять, мы же вообще не готовы. Трейди срочно ноутбук там за 3000 сер, не знаю, за что угодно. О! Кидает трейд, чувак. Десяточку серы, 2 ноута. Все, есть. Все, пошел крафтить. Все, закинул. На дроп надо вылетать, не забей. На дроп улетаем. Руби. А, ты попал? Ты попал, походу. Ой. Нормальный, хороший дроп. Хороший. Турелька есть. Все залутал под ноль. А еще один дроп куда летит? Походу, в долину карьеров. Нормально, у нас есть время как раз.
Есть? Не-не. А, есть. Ну, обычный. А, необычный, хороший. Ревик, 10 труб. Спасибо. Две турели, ебать, забрал, забрал, чувак, это красота. О, это наш. Наш коптер, можем его забрать сейчас. Но он, скорее всего, упадет вниз и разъебется. А, так его вытолкнуло ящиком. Люк, чувак, и его вытолкнул еще к тому же. Да, чувак, охуеть, его ящик вытолкнул. Господи, вот что за день, чувак. Блин, это вообще кайф, чувак. Я сейчас смотрю на это. Две турели, люк, коптер, охуенно. Я счастлив, мужик. Все, наверное, полетели еще один дроп. Тихо, тихо, поближе. Сишка, глушитель, отлетай. А, ты весь дроп. Все, дропа нет. Чувак, он просто исчез в воздухе. Это неприятненько, я знаю. Еще один дроп, еще один дроп. Никитос, погнали. Еще один дроп наш сейчас будет. Он в долину карьеров, походу, отправляется. Слушай, на фармострове дроп вызвали. Прикиньте, я охуевший. Чувак, ну мы туда обязательно слетаем. Так, красиво. Тихо, тихо. Отход, все залупано. Ну, бери это самое нормальное. Бери это, СМГ. И полетели на суперфасте, да, попробуем все-таки к острову фармер, потому что шансы есть. Да, он еще не упал, он еще не упал. Че думаешь, шансы есть? Ну, дроп сейчас только-только упал, вот. Ладно, го. Ебачка. Да он не умер, чувак, а ты вообще по нему не сделал? Да, я вообще не попал. Турель! Мы вообще по пиратскому брику. Давай, 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 давай вот этих, давай вот этого вот накажем. Максимально близко, просто сбривай. Дропись. Так, что у него было? Ну, сет у него хороший. О, еще дропы вызывают. Мужичок, мы сегодня не останавливаемся, как я понял. Слушай, надо уже надо идти рейдить, чувак, потому что скучно становится. Давай торопись, да. Мы лутаем последний дроп. Если по дороге нету дропов, мы засовываемся и берем наш уебищный коптер, летим на рейд. Так, а еще, кстати, дроп сейчас кто-то вызвал. Еще плюс один. Короче, эти два дропа забираем и все, на этом останавливаемся. Ну, уже лутают, ёбки. Блин, чувак, смотри, они сейчас наш дроп залутают. Ебачку. Грузи, 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 грузи. Полетели. А, сука, он на лоу хп улетает. Лучше с Ревика есть шанс прострелить. Да, согласен, согласен. Давай вперед, вперед за ним. За ним никто с преследования. Хитов дал. Да если мне разносить, я думаю, что он пизди пила, чем я, лол. Все, изи, чувачок. Это их опанная. Плохо ему. Разъебал. Здесь что, здесь дверь? Да, да, да. Выходит. Доктор, блядь, ты даун ебучий, че ты как заебался, блядь. Даун твой батя, блядь, завали его, чушок. А че ты базаришь так, слышишь? Вас просто поимели в рот. Че, впервые что ли? Пидоры, блядь, ни разу не убили, главное доебаться. В смысле, заебаться, чувак, ты просто сдох, когда он и все. Че ты тут? Да, че за оправдание вообще? Ты просто умер, да, как лох. Сдохли, вы, блядь, идите по целой карте, блядь, пытайтесь доебаться, блядь. Да ты мне нахуй не нужен, блядь. Какое-то вообще раздутое самомнение, это пиздец. Нахуй ты мне нужен, блядь, ты. Ебало ему дал. Бил его. А вы твари, ну зачем вы это делаете? Вы, а че ты ноешь? А че ты ноешь? Да, ты пиздец ноешь, как баба, реально. Баба. Оф, не сразу. Бля, чувак, там ровно квинтиллион дропов вызывают на воду. Го. Посмотри на М-карту. Блять. Я тэпись на НГ. Го. Го. Ну это никак. Просто нельзя пропустить. Ход даже никто не претендует на коптере. А, не, вон типы на коптере, чувачок. Не стреляй, давай максимально сблизимся и сбриваем. Сейчас я просто и сзади вылетаю, просто сбриваю. Водителя только. Водителя. Красавчик, все, забей. Да, они... Сосать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Красота. Давай первый. Down. Турель. Okay. Забрал. Хорошо. Все, ну самое основное турель. Хорошо, да, да. Залутал? Да, хорошо. Да. Давай, давай. Ну, хуйня, двушечки. Да, но смог. О, кофеечка. Хорошо, что, изучим. Да, давай. Окей, последний. Гантрап залутал, все, уходим. Все. Че, все, покидаем это место? Да. Нормально в целом подлутались. Погнали. Здорово, Никитос. Ты чё тут брончишь? Коптер, вой. Ага. И второй здесь. Спальники встал профессионально. Учитесь вставать на спальники. Ты ж, у меня лишь один вопрос. Тут правда стояло просто два коптера? Да, я встал на спальники, ставил коптер. Здорово, паркуемся. Теперь можем искать коптер. Нормально. Ну вот, мужичок, у нас три коптера. У нас семена есть? Есть. Ну, я не знаю, я выкидывал, по-моему. Чувак, у меня, в общем-то, проблема заключается в другом. Иди сюда. Проблема в том, что нужно застроить вот эту поебень. Вот так можно сделать, а? Как тебе? Вы что? Чтобы что? Чтобы здесь, ну, бейс нормально сделать? У нас же выхода из дома не будет. Почему не будет? Будет, конечно. Вот он. Фулл МВК, в смысле, ты хочешь двери? А ты хочешь просто
Без выхода? Конечно, как блин, иначе? Нам он... Просто фулом ВК стенка здесь? Ну, разумеется. Нахуй нам этим ВК двери, чувак, ты чаровкиш. Здесь две двери оставляем, чтобы думали, что нас зарейдили. Здесь МВК застраиваем. И здесь тоже МВК, да? Тут МВК и вот тут МВК. Не, ну это красота. Все, готово. Ну, блин, буду надеяться, что это не зарейдит. Хотя похоже на то, что это не зарейдит, действительно. Так, ставим напоследок две турели. Все, я думаю, что я теперь в супербезопасности. Хотя все равно найдется какой-нибудь уеба, который меня зарейдит. Так, ладно, Никитос. Тэпуйся на наш хом. Интересно, как нас там порейдили. Здесь вынесено все, сука. Так, вот наш верстак. Ёб твою мать, что они сделали? Чувак, они здесь застроили нам ВК-потолочком все. Здесь чувачок вышел спать. Так, ну здесь весь наш лут, кстати, он ничего не забирал даже. Гениально. Трогать мы его пока не будем. В таком случае пусть лежит, отдыхает себе. МВК, ебать тут. Чувак, мне кажется, он больше ресов... Принес? Принес, да, чем тут было. Вижу тут твой труп. Ты чего сдох тут? А, тут турелька. Найди дерево, начни ломать турельку. А что, эту турельку можно ломать? Не, нельзя. Я думаю, да. Да, ну, можно байтить. Это 100%. У меня получилось. Вот, сука, забрал нашу пещеру, ты прикинь? Даже не понимаю, сколько он времени потратил на это. Это было реально просто кошмар рейдера. Все, все, никто. Турелька. О, ебать, тут лутрум. И второй тип спит. Третий верстак. Чувак, они нам, считай, третий верстак подарили. Ебануться, чувак, тут! 50... Засунули, ебать, два каскрапа! Почти 100 тысяч, блять, больше, чем 100 тысяч серы, чувак! Они нахуй зарейдили! Там шка... 100 тысяч серы они положили туда? Да! Чувак, может это подгон, это слишком тупо, не? Да какой нахуй подгон, тут турель, тут все разъебано так, в нем еще они тоже... даже не знали, что это наш дом, они знать не могли, что это наш дом. Да, мы не палились никак. Две сишки есть тут, калаш, калашек беру сразу. Ебать, тут 50 тысяч металла наплавилось, 1500, блин, тут столько всего, это пиздец. Чувак, шкаф пока не вижу, вообще не вижу шкаф, хоть убей. Тэпаешься? Неужели? Так, еще есть... сюрприз закинь. Ну подойди сюда просто, вот чекни количество ресурсов, да, которые они нам подогнали, ты сейчас... Ты уверен, что это не подгон, чувак? Ну то есть это... Да это, какой это нахуй подгон, они нас зарейдили, да? Чувак, да конечно. Ну да. А, нихрена тут ящиков. Смотри, вот в этом ящике, смотри, вот в этом. Блядь! Чувак, у нас теперь миллион серы. Это шок, да. Он шкаф, у него шкаф в инвентаре и билдинг план. Странно. Может, это верхний шкаф бьет? Вот я тоже думаю, чувак, похоже на то, что верхний. Слушай, ну мы можем бурами сейчас выдолбить вот эту вот дичь. Да, но это будет долго. Спальник чей? Пещера. Это никакая не пещера, это МВК-бункер. Сука, неуважение, чувак, выстукиваем спальник, нахуй, нехуй жить здесь. Ладно, че, берем буры? Есть здесь буры? Так, я открою карточки, надеюсь, у меня там будет не ломайка, потому что она сейчас нам очень поможет. Рейт X4 выпали, чувак, это последняя карточка с рейтами. Ебануться. Возьму обязательно, но позже. Все, стартуем. Чем, будем стучать так просто, да? А, ну вообще выносится она на изи. Не на изи? Эх, ладно. На О, он сзади? Есть шат. Ты слышишь? Кто сзади? Это ломает. Это вообще вы строили, чтобы это ломать? О, ты слышишь? Шаришь? Артур, выходи! Так, ладно, тихо. А то 12. Слушай, они не в сети, это вообще другие люди какие-то, забей. Вас зарейдили или нет, ребят? Ну, смотря что считать рейдом. Или вы рейдили? Ну, нас вынесли немножечко, вот, но сейчас выносим мы их. А чё там сверху вообще, что вы там видите? Там застроен вход? Вход застроен. Бля. Ладно, спасибо, мужики, за инфу. Ну, погнали, Никитос, чё там будет уже, как ты думаешь? Тихо? Ну, да. Блядь, так это еще и по... Чувак. Он гниет. Гниет? Дай посмотреть. О, действительно, нам остается только ждать, хули. Сюда они все равно никак попасть не могут, у них здесь был один спальник, здесь мы его выстачили. Сетхомов у них точно нет. Походу, надо временный дом строить. Ай, ну да. Чё поделать? Подговнили они все-таки нам, уёбки. Ладно, погнали другой дом строить. Так, дроу. Все. Так, здесь мы жить будем, да? Кстати, очень приятная полянка такая. Поехали строиться? Да, давай. Так, дверь сейчас поставлю. Теперь, как я понимаю, мы дом в каменную оболочку оборачиваем, чтобы не такой привлекательный был. И на этом, наверное, строительство закончено. Лепим гаражечки. Все. Отличная хата готова. Ну, временная, конечно, но все же. Так, очень мне интересно, что стало со входом-то? Ага, здесь МВК-стеночка. Угу, это мой фундамент, а стеночка уже не моя. Эх, я понял. Ладно, придется ждать, пока сгниет эта хуйня, подъем, и потом пробахиваться. Других вариантов нет. Все, мужичок, я на улицу вылетаю, я готов.
слышу там турелем басит. Ёб твою мать, сколько там турелей, чувак, ты это видел вообще? 5 турелей, нихуя себе. Ваша бронированная половина стены была вынесена игроком каким-то там. Чё-то они там бафы тоже. Да не, чувак, на самом деле пусть они пробахивают все эти МВК-потолочки. Они нам такую услугу, чувак, оказывают. Забавно, чувака, там нихуя нет. Это же супер смешно. Так, если что, я уже у нашей хаты. Мужика, рейдить они, походу, прекратили. Так. Чувак, а там внутри все в МВК, блядь, забурено. Ах, ёб твою мать, чувак, там в 2 этажа все застроено. Ты не представляешь, насколько сильно эти ребята запотели. Они наш бункер застроили лучше, чем мы. И оставили все заставки на Зильсенхоу. Это такой кек. Так, ваша бронированная стенка была вынесена игроком каким-то там. Они продолжают рейд. Блин, ну вот это реально интересно. У них уже двери там нет, понимаешь? В кибитке. Много шприцов здесь. Куда надо честь? Так, я врываюсь внутряк, наверное. Куда? Внутряк? Тихо. Кому-то сделал плохо. Чувак, уёбся с калашами внутри. По-моему, он меня не заметил. И мы им в спину сможем зайти. Короче, ждем, пока он выйдет из своей кибитки. Чуть-чуть. Убил его. Ракета. А, ракетница. Пока. Домой. Срочно фаст улетай, плиз. Я тебя как смогу. Изучим все, сейчас будем реально антирейдить. Чувак, ну что, пришло время все это дело изучать. И вперёд. Идти уже рейдить нормальными ракетами, а не бабовками ебучими. Супер. Экспо есть. Сишку, я думаю, пока не имеет смысла учить, у нас особо микросхем нет, а вот ракетами я бы порейдил. Отлично, еще на разрывной остается. Нормально, рейдер стартед пак изучен. Все, приступаем к крафту и поиску дома. Скрафчу, наверное, 2 ракетницы, пусть будут, вдруг одну ебем, и ракеток по максимуму. Десяточки хватит или еще побольше накрафтим? Да десяточки, 12 сделай. Я просто зарядил какой-нибудь айсберг, чтобы никакие твари на не пришла бы. Да, хата действительно интересная, здесь еще и зайти можно. Так, ну что за хата, ладно. О, это по тебе или по мне? Тебе. А, по мне. О, так ее изи разбайтить можно вообще. Да не, нахуя их байтить? Можно просто пару глушителей скрафтить, пару берданок и минус все турели будут. О, кажись, ей пизда, все. Она пустая. Блин, Никитос, мы походу нашли новую мету. Уничтожать турели луками. За 200 стрел и 7 минут сносится 1 турель. Ну так, исходя из расчетов, так сказать. А китхант нам будут халявный, поэтому это вообще ничего не стоит. Забираем патроны, летим на дроп и забираем дропы. Чувак, а это на острове фармеров вызывают. Прикинь. Так, что там? 50 МВК, гантрап. Давай, давай. Взял, ну, хуйни какой-то по большей части. Турель, все, да, отлетаем. Ну, плюс турель, плюс 100 МВК. Чувствую, что после этого видоса все так турели и будут сносить. Ну, где тебя высадить, чтобы я сюда летал? Вот здесь вот, просто подлетай и высаживай. Ёб твою мать, пизда. Нет, нет, пожалуйста, не. Да, чувак, да. Так. Блин, это все еще полупотолочки, чувак, понимаешь? Да, конечно. Это все полупотолочки. Не, чувак, это пиздец. Это супер сезон, чувак. Это просто пиздец. Не, ну если здесь нет 500 000 серы, я просто... Не, если мы где-то и найдем ресурс, то только здесь. Эти рейдер есть на холме на 250. Короче, тип на холме. Нужно его сбрить, взять у него высокий сет и башню. Го. Убил. Хит дал в доме парню. Хорошо. Блин, он сейчас вот тэпаться, наверное, может. А, не, внутри, кажется, бегает. Давай, комментарий. Там. Понял нихуя, но походу больно. Мне больно. Все, стоп, я улетаю. Очень плохо. Найс. Очень мертвый. Лут. О, ракетница. Хорошо. По траве. По сюда. Да ты ебачка мертв. Все, ты туда можешь лететь. Я вообще еще лутать пак, который убил. Так, МВК сет, турельку возьму с собой. Ну, кажется, все, тут больше нихуя нет. Нормально, чё. Все, чувачок, я, короче, беру всю взрывчатку, что у нас есть. Ну, ты понял, точнее, взрывчатку, а серу, пардон. Лечу в наш зарейженный дом и крафчу. Бам-бам-бам. Нормально. Чё, ракет, походу, дохуя будет. Кстати, давай чекнем, сколько за день вот хпшек сгнило. О, Никитос, нихуя себе за день сгнило аж 100 хп у металлического МВК потолка. Но походу мы эту пещеру уже не сможем себе забрать. Было тут очень круто, весело, МВК бункер охуенный, но какие-то ребята решили себе его забрать, просрали на это 1 000 000 часов, по итогу просрали все свои ресурсы и вообще вышли с сервера. Гениально. Опа, чел, я коптер нашел. Он у аэропорта стоит. Ожидаю твоей ТПС чисто на меня. Окей, сейчас я доформлю камушек и растапаюсь. Бля, чувак, здесь тип прям тебя сейчас выебет в рот. Нет!
Одному нагрузил очень мощно, левому. Правому тоже нагрузил хорошо. Левый почти труп, правому пизда сейчас будет. Да. Вон, не убегает далеко. Не кидал нам ебучку. Еще, убил. Базари, что они полный инвентарь лута. Пизда был. Слушай, у него реально полный инвентарь лута. Мэджик кирка, короче. Реально полный инвентарь лута. 150 разрывных, чувак. Может, утэпаешь, слышишь? Я хочу улететь на коптере. Какой утэпаешь? Я хочу победоносно улететь на коптере. Все, коптер проебался, чувак. Что, блядь, значит, коптер проебался? Топ, хуйня какая-то. Здесь был коптер где-то. Мы его спиздили, да, получается? Ну что, придется искать коптер на этом шаре. Все, я лечу, Никитос, пока. Подожди, а зачем мы здесь сели? Типа у НПЦ города коптеров дохуя? Ну я обычно у НПЦ города, я нахожу коптер. Этот раз сразу. А, нихуя себе. Блин, Никитос, респект. Давай облетим НПЦ город, зачекаем, может здесь еще коптеры есть. А, помнишь, на аэропорту, наверное, же спауны? Вообще, может быть, теоретически у кого-то с дома спиздим. Я не думаю, что на доме задержался бы коптер. Чувак, задерживается. Я вот просто играл в соло, столько коптеров видел. На крышах просто стоящими. О, знаешь? Коптер на крыше, го. У меня есть топливо, кстати, высаживание. Так, ну я тогда на айсберг, да, а ты домой. Да, так и делаем. Все. Запасной коптер припаркован. Никитос, срочно выходи на улицу, тут пиздец. Срочно выбегай просто, ты охуеешь сейчас. Я серьезно говорю, я не троллюсь. Голым можешь выйти просто. Просто вау, чувак. Я в шоке был, когда увидел. Далеко? Не-не-не-не, смотри. Лёва. А чё это как, блин? Это кастом когда? Тоже заинтересовал меня этот вопрос. Так, ладно, поехали. Чё тут у нас по пороху? Соточку грузим. И сишечки. Угу. Нормас. И на оставшиеся тогда и ракеток накрафчим. Чё делать? Да. Фух, мужик, всё. Всё докрафтил, обещу на тебя. Погнали. Итого плюс 16 ракет, плюс 6 сишек. Я думаю, нам этого хватит вообще с головой. Всё. Садимся. Сейчас нужно взбодриться перед этим, подожди. Все, я готов. Я готов. Вперед, Никитос. Короче, смотри, вот сюда сишками, а потом ракетами долбим. Да это ты хочешь рейд? Вот это ебаный треугольник? Да. Ты понимаешь, что это супер тупо, чувак? Это, блядь, ты... Ну, похуй, вот сюда тогда. Вот сюда с ракеток, нормальная тема. Поехали. Да, ну, попытка была хорошая, чувак. Блок пошел. Не, там пошел пиздец. Там армалит. Я думаю, чувак, просто сишечками теперь сюда. В армор. Не-не-не, внутрь сначала. Еще дальше бриться? Конечно, ты вообще не в центре. Окей, погнали бриться внутрь. А вот я в треугольнике, кстати. А здесь почему-то металл. Что-то внутри. Там просто металлические стенки и опять полустенки. Я думаю, дальше просто херачить ракетами и все. О, МВК. Ну все, вот этого же лут. Тут надо сишками по-любому. У тебя, ты же брал разрывные, да, которые мы 150? Да, 200 есть. Нагрузи одну ракетку, туда разрывнушь. Посмотри, что тут. Так, ну там металл. Загрузи вот сюда, вот в эту центровину, бахнешь и металл, и МВК. Не, чувак, там и дальше МВК, и уже стеночки. В стеночку теперь гружу сишки, 100%. О, я кому-то ТП сношу. Чувак, это очень хороший знак. О, третий верстак, вижу, так. Тело спит. Шкаф. Пожалуйста, 300 тысяч. Все, шкаф сломан. Бля, боюсь дропаться. Ну, дропаюсь, похуй, там вроде турели нет. Подожди, вроде нет. Смотри повнимательнее, лазеры там выше. Не, все нормально. Так, чувак, я в луте. Я смотрю. Ну, пока просто лут. Шкаф. 36 тысяч серы и 16к еще не переплавленный. Ну. Да, это нормально, но... что, ну, смотрим дальше. Вдруг. Блин, автомат, я надеялся, вдруг... что... О, ебать! Чего? 30 ракет разрывных, короче, миллион. О, так это уже окуп, считай. Это окуп 100%. Сейчас еще чисты почекаю. Да, ящик калашей, в общем, этот дом заряженный. Две ракетницы еще, чувак. Не, чувак, рейда более чем заебись. Тут еще калаши, элка, вообще прекрасно. Слушай, чувак, 50 ракет в итоге у нас осталось после рейда, а до рейда у нас было 80. То есть, считай, мы потратили 30 ракет, но при этом у нас серы еще заебись. Ой, чувак, завершение второго дня... Заебись. Опа, С, ивент. Чувак, а мы сейчас на коптере его изи заберем. Чувак, давай по фасту, просто за особым грузом. Нашел, все. Где?
А, вот он стоит. Красавец. Блин. Все, дроп забрал. Особый груз. Полетели, полетели, полетели. Так, борт с кораблем. Ага. Супер, 1500 поинтов. Чок, почти 2000 поимели за этот ивент. Кайф, полетели искать хату для рейда. А летим мы в долину карьеров. Чувак, аж чип онлайн. Ой, самое время. Самое время рейдить. Чувак, ты что, пещеру хочешь эту? You got охуеть. У них копает карик. Слушай, они все в металл загрейдили. А там кибитка, походу, напротив их дома, их зарейдили. Check this out. Сейчас... Да я спрыгну. Гляну, что там? Стой. Или там все нормально? Ладно, сейчас я посмотрю просто. Блин, да неужели что, их бобовками вынесли или чем? Да, чувак, все зарейжено. Слушай, здесь очень дохрена рейдили. А в самом конце одна гаражка стоит. Ну тут все гниет, короче. Застролись. Да. Блин, обидно. Давай карик зарейдим. Зарейдим? Там есть супер сочный дом рядом. Мы его глянем обязательно. То давай это, карик зарейдим. В плане, как ты хочешь его рейдить? Мы просто берем сейчас разрывнушки, выжимаем две обоймы вот в эту типа турель, забираем. Да какие разрывнушки? Мы просто берем, господи, китхант, высаживай меня сюда, и все сделаю. Так, смотри, берем лук. На воду нужен лук. Ну что, достреливаем? О, все, сломалось. Let's check this out. Ага, патронов не бодро. Чувак, соточка МВК. Да. Это точно не зря было. Сейчас достаю туда 2000 топлива. А, там еще топливо, лол. 1000 топлива будет. Кайф, 1000 топлива, это вау. Слушай, ну хата, походу, целёхненькая. Да, эта хата, да, и она охуенная, чувак, она очень круто выглядит. Ну, я сказал, что охуенная, она приятная. Она в металле вся. У них территория огорожена, у них карик. Ну, это точно бах. Слушай, а тут ракетками-то вообще на изи будет, как мне кажется. Мы просто сбреем этот дом. Дроп, все, удачи, рейда. Спасибо. Фу, блин, пока не совсем понимаю, куда именно долбить. Слушай, никто есть мысли вообще? Ты высматриваешь тут сексуальную жопу. Смотри, тут все в полустеночке. Да, чувак, я прав, иди сюда. Такая сексуальная, просто топец. Ладно, хуй с ним, поехали. Нагружай. Ну, там дальше еще им... Простите, металл. О, МВК. Здравствуйте. Загружай. Из берданочки поехали. Так, третий верстак. Сразу же, уже новость, хороший, так скажем. Новость. Турель, вижу. Сейчас буду взрывать. Тихо. Блять, тут еще одна турель, чувак. Так, ладно, смотрим, что тут есть. Так, да. По компонентам. Здесь уже бодро. 21 корпус на коллаж. Ебануться. Ваша металлическая дверь была выбита игроком. Пупок. Блять. Улетай домой, я здесь разберусь. Ой, чувачок, блин. Сейчас подохнемся. Чуть-чуть. Веселуха началась, блять. Чем они выносят, интересно очень не знать. Ну, им успехов я желаю, естественно. Ничего более. Че говоришь? Ракета там? О, минус 96, блядь. Как я с ракетницы снял минус 96 хп? Тихо, тихо, чувак, не ори, блядь. У меня тут нахуй антирейд, блядь. Чё ты орёшь, как там тварь, сука? Там пизда ресов, потому что, ёпту маму. Чувак, у нас сейчас вообще ресов не будет, я тебе так скажу. Так, они МВК решили взрывать. Крис, смотри, они рейдят МВК сейчас, вот этот вот. Какой вот этот? А, вот тот? Сейчас мы просто нагрузим. Они с ракет стрелякали, ты не знаешь? Не-не-не, у них только сишки. А, так все это минус рейдер, лол. Тихо, тихо. Да я войду за мной, окей. Давай. Один сдох из них. Выйди, чувак, один сдох. Просто выходи, мы их разъебем. Все. Все, ты разобрался? А? Еще два типа антирейдеры, фас домой. А, есть инфа, где он? А, антирейдеры на S, и нужно залутать сочели все из типа. Вылететь на бдачках и залутать. О, хорошо. Все, уходи, уходи, уходи. Ебать, ты чё, дерьма объелся? Вау. Чувак, его унесли, просто отомстили за то, что я стрелял. Блин, я уже хочу пиздец, что там за арест это, ёбаный. Чувак, там супер-пупер секс. Я вообще, какой-то супер просто типа везение, чувак. Мы все это время сосали не зря, понимаешь? Ради таких охуенных акутных рейдов. Блин, ну все, хватит интриговать, заебал. Сейчас там, блядь, он приедет, застроится нахуй. Прилетит просто чисто на сетхом. Реснись там, я с хат разберусь, слышишь? Так, ладно, поехали. Бля, боюсь. Ебать, чувак! Ракет да. С кайфом. Да. А что по серии? МВК 700, нахуй, чувак! Да, да. А серо, да. Серо еще.
5 копороха, 10 топлива, ёб твою мать. Ты в гроб смотрел да, вообще? Да, да, ну в гроб там не то, чтобы что-то прям нереальное, ну, ракетки. А, ещё, стой, ещё ракеты, чувак, там помимо гроба ещё ракеты, ебать, почти 60 ракет. А, у него ещё в инвентаре ракеты и ракетницы. Ну да, ровно получается 60 ракет. 60 ракет плюс 20 тысяч серы и 10 топлива, блять, это пизда. Чувак, мы завтра просто разъебём. Док, ну док, сейчас я... плюс контент. Ой, блядь, забей. Ну, их нужно выносить, они снова без кибитки, чувак. Куда они нагружают, если так? Ну, нагружают куда, по дверям, блядь, как обычно. Ладно, чувак, дай я выйду. Убил одного, найс. Он один и был? А, лаурили. Ну, по крайней мере, рядом я никого не вижу. Ну, лутает он, триггерсет я охраняю. Сколько? Ой, 13 ракет, плюс контент. Смотри, мать, чувак, издалека стрелякают, сейчас прикрою. Ой, чувак, слушай, они очень бодро бахают. Умер, чувак. Здесь еще 4 сишки, чувак, нашел. Лутай фаст. Вот здесь вот. Тебе. Блять. Да, все нормально, еще здесь, типа. Убрал? Еще у двери, типа. Заходи в дверь! Подобрал автомат, сзади нас! Не убрал. А, он не сломал кровать, я не могу резаться. Сломал, рили? Да, 100%. Бля, 0 патрон, набердан. Еще сетов нет, кстати, очень. Побежали, чувак. Бежали. А, я, кстати, убил же типа тут. С чем он был? С Томпсоном. Можем его залутать, как вариант. Ну а как другой вариант, вообще сейчас подкрасться из двушечки, блядь, их уебать, просто показательно, мастер-класс. Блядь, не успел его убрать. Все, чувак, уже дом избегает. Вообще надо полететь с сетом, на самом деле, блядь, и дать ему пизды. В том доме есть сет? Да, в том доме точно есть сет. А, в том доме, да. Таскал все, который мы зарейдили только что. А, да, естественно. Чувак, так я там вообще могу кайфово прилететь. Все, у меня все. Я все? Лети. Нет, у меня не все. А, у меня нет там сетхоума, блять. Ой, пиздец. Да. Лети на коптерную, тогда пиздуй туда пешочком. Лечу, чувак. Все, в хате. Меня убьют, кажется, сейчас. Застроишься. По мне. Все в шкафу. Все в шкафу, в смысле, осталось? Да. Он залетел внутрь, его убило. Одного убил? Его убило? Да, его убило. Заходи внутрь просто. Все, мы затащили. А, забираю еще здесь кучу сетов. Чувак, ты здесь пиздец. Заходи. Давай, открывай. Вот эту дверь. Заходи, ебать. Вот этот дебил лежит здесь. Ракетница, блядь. О, чувак. Слушай, ну я сейчас испытал прям эмоции, нихуя. Чувак, у меня, блядь, руки трясутся, нахуй, они мокрые все. О. Так, чел, все вам ВК, фас. Чего мы тут стоим, алло? А, да, действительно, берем ВК. Все, я взял половину, катаемся. Блин, тупо спецназ вкатался. Пошла движуха просто. Ой, боже мой. Какой-то вообще стадо гоняет, блядь. Чувак, я знаешь, что делаю? Я срочно, короче, беру все ракеты отсюда и просто улетаю в этот, в наш дом другой. Давай, да. Все, чувак, самое смешное, что наиболее надежное место все-таки, это, блядь, наша зарейженная хата. Ой, ладно, чувак, на сегодня, я думаю, все. Ты и вправду досмотрел до конца? Вау, респект. Надеюсь, вам понравился этот видос, ибо сил на его создание было потрачено немало. Не только моих, кстати, доктор мне очень помог с контентом. В описании есть ссылка на его канал, отблагодарите его подписочкой. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до скорого.